Гордон блю – французское горячее блюдо из мяса с начинкой из сыра и ветчины, чем-то напоминает котлету, но выглядит изысканно и часто подается в ресторанах, а здесь его рецепт. Существуют разные вариации на тему этого рецепта, это одна из простых и быстрых, обязательно запишите себе о том, как приготовить Гордон блю или кордон блю, основой станет куриное филе, из которого вы сделаете шницель, а уже в него будет завернута начинка, на гарнир подавайте овощное пюре. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Куриная грудка, 1 штука. Твердый сыр, кусочек, 2 штуки. Ветчина, кусочек, 2 штуки. Яйцо, 1 штука. Мука пшеничная, 50 грамм. Панировочные сухари, 50 грамм. Растительное масло, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До новых встреч!